Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Пока высотные управляющие потоки остаются меридиональными, теплая фронтальная система не может продвинуться на восток, разделяя Западную Сибирь на морозный восток и более теплый запад. Далее о погоде более подробно. 14 декабря в Новосибирске ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью -20-22, днем ожидается 18-20 градусов ниже 0. В последующие двое суток синоптики прогнозируют осадки в виде снега и слабые метели. 15 декабря в ночные часы похолодает до -23-25 градусов, в дневное время немного теплее – -12-14. 16 ночью столбик термометра покажет 12-14 градусов ниже 0, днем температура составит -6-8. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю хорошего настроения.